участник соревнований кубанского карпа. Наконец-то вся грязная работа с маркирением, с установкой лагерем закончена. И мы потихоньку с Андрюхой погружаемся в ловлю. Грязная работа приготовления корма. Весна. Андрюх, что месишь? Какая красота ядовитая. Вадик уже порядка, наверное, лет 70 вы на этом корме. Да, 70 примерно. Лет 70. 80 даже. Ананасик. Ананасик с бутуриком. Возник у нас спор: котлетки или суп. Вот, короче, сейчас решаем. Будем на камень, ножницы, бумага, да, Андрюх? Я думаю, победят макароны. Победят макароны. Котлетки или суп? Курица. Давай. Камень, ножницы, бумага. Цу-е-фа. Камень, ножницы, бумага. Цу-е-фа. Это что такое? Камень, ножницы, бумага. Цу-е-фа. Котлетки. Идет уже первое взвешивание. 21 сектор ловит очень хорошо.
сдал уже 5 рыб. Ветрило дует сумасшедший. Дугу выдувает. Приходится прям так по-богатому добавлять на дугу, чтобы метки совпадали. Первый сектор не расслышал, второй сектор, ну, в том краю тоже полавливают рыбу. Ну, конечно, 21-й сейчас вот пока, что судьи объявили, лидирует прям. И рыбки такие, в принципе, у него не тузики, хорошие. И количество. Пробовали закормить. Поправку приходится, конечно, брать огромную. Но относительно точки у нас не стали лезть. С таким ветром лезть просто не вижу смысла, потому что и точность теряется. Ну и, соответственно, конечно, дальность пыжится. Дальняя точка у нас сейчас 130-135. Это корм. Ну и там насадками рядом гуляем до 140-145 метров. Пока ни единого пика. Не знаю, сейчас пройдет взвешивание полностью, тогда уже какое-то решение будем принимать. Ну, 21 сектор, понятно, там ветер дует как раз в 21 сектор. Я думаю, что рыбку там поднадуло хорошо. Солнце вышло, наконец, хоть дождь закончился, на мазке все просохло. И Андрей Александрович готовит перекус, а я решил заняться перекусом для рыбы, котлеток налепить. Так они, в принципе, подаются хорошо. А еще вкусно, если ее в зале есть печь. Я помню, мы на фронте под Курском стояли. Ветер несет, они относительно тяжелые, сразу падают в дно. Хотя бы понимаю, что мелкий корм не сносит, а он укладывается в дно, а там уже цепуха растворяется, и все эти мелкие частички, фракция, ложится по дну. В котлетках тоже в основном все пылящее. Ну, так, конечно, подольше, более дольше растворимое. Пелец тоже пропитанный, задипомбанный. Я, как всегда, его делаю. Маленькие такие плюшечки Вадик Бывшев сделал. Нам тоже пельчишка. Относительно быстро растворимый. Ну и сыпуха. Сыпуха какая-то no name там у нас. Пару-тройку пачек мы взяли, рассчитывали, что может пригодиться, и вот как раз пригодилось. По-моему, судьи подходят сейчас. Сейчас как раз узнаем. Крайний сектор, 5-й взвесили. Одна рыбка. Пока тихо. А, запах из палатки просто великолепный. Андрюха, что-то там такое вкусное. Ну, не, даже не то, что что-то. Я знаю, что жареная картошка на сале. Конечно, вредно, но вкусно. Оно все вредно, всегда вкусно. Так что вот так вот. Конечно, только старт, начало. Но чувствую, с таким ветром придется поковыряться. Потому что чуть моя жопа, что придется лезть туда, далеко, ближе к камышу, на дальней дистанции. Потому что рыба где-то в обед, наверное, часа в два проявляла себя, показывалась. Там нет, конечно, немного, но выхода 3-4 рыбы я увидел. Возможно, она там. Ну, хотя у нас и тактика такая, мы сейчас каждый час делаем перезаброс. Завтра, возможно, по обстановке, как вот тут рядом в секторах у нас будет, возможно, будем наоборот увеличивать время между перезабросами. И, соответственно, подача корма. Может быть, уйдем на то, что 3 раза в сутки подать небольшое количество корма. И такие перезабросы более долгие с выжиданием рыбы. Руки! Покажи руки! На, это тебя. Пинг-пинг. Ну что, первая рыба сезона 2023. Вот такой вот
Добротный карасяк. А? Такие карасяки клюют, но караси зачетные. We'll be right back.
такую погоду я не попадал ни разу. Ну вот чтоб вот прям до такой степени, такой ветрило. Не, мы попадали. Попадали, да? Вот в садках мы были, там еще сильнее было. Ну что, друзья, погода просто жесть. Дождь идет. Ветрило просто сдувает с мостка. Дуга огромная. Там, а дистанция уже 135 метров. У нас 135-140. Можно забыть просто. Потому что выдувает. Пробовали уже там 10-15 метров брать на дугу. Ну, фактически бесполезно. Оснастки начинают лететь или куда-то, куда попало. Вот. Или же ты бросаешь, начинаешь изоленту подтягивать. Она непонятно где. Короче, пока стоим на точках 60 и 110 корм, ну, пытаемся их облавливать. Единственное, мы пока команда, которые не ушли от нуля. Все уже взяли там по одной рыбке. Ну, кто-то ловит и неплохо. У нас пока не получается. Ну, короче, ковыряемся. Такие испытания. Тренировка перед Кубком губернатора. Планировали отработать какие-то несколько там тактик. Ну, у Андрея больше у меня не получается. Я в этом году не еду на губернатора. У Андрея были тактики, которые мы хотели отработать. Пока не получается отработать фактически ничего. Пока получается только отработать борьбу с ветром. Ну что, мы продолжаем, короче, ковыряться. А вы говорили, черви не работают, не работают. Черви работают. Да, все. Устал, кормил, Андрюх. А? Устал, кормил. Ну что, пикнет, нет? Что-то есть, как? Не точно. А во что вчера поклевки было? Привезти. О, какой добрянский. Боже. Андрюх, ну ты кулинар высшей степени. Ох, преддверие Пасхи. Ну что, приятного аппетита. И тебя тоже. Спасибо. Слушай, там, может, тебе пару перчинок попало? Куда? Нужно без суда. Ум, да и только. Где еще поешь вареной, варено-жареной картошки с кастрюли, да? Угу. Не умеешь делать плов? Да. Сейчас я понимаю, что я тогда в плове не понимал ничего. Потому что когда мы вот переехали в дом, построили эту печку, казан, мангал, тандыр, мы начали здесь плов готовить, я понял, что ну здесь все лучше получается, да, чем там. Да, ну там супруга хозяйничает, я только, знаешь, там порезать, помешать.
и огонь поддержать. А, то есть готовит она, да? Фактически она, да. Миньоны. Блин, ну вредно, она всегда вкусно. Вот такая вкуснятина. Все, общество чисто тарело. Поверили, теперь надо рыбу половить. Ждем, ждем, ждем. Доброе утро, друзья. Ну что ж, наконец закончились наши муки борьбы с ветром. Ночью ветер утих, и вот уже спокойненько можно так показать вам красивую рыбку, которая порадовала нас ночью. Перед крайним вечерним взвешиванием мы наконец-то все-таки смогли уйти от нуля. Взяли небольшую там трешечку с копейками рыбку, ну, скажем так, почти 4. Это нас с Андреем вдохновило. Ветер стал стихать, и ночь нам принесла пару красивых рыбок. Одна из них вот такой вот красивый чешуйчатый карпик. Я всегда говорил, что люблю чешуйчатых. Люблю чешуйчатых. Они такие бронированные. Отлежался ночь. Сейчас немного буйствует. Благо мат глубокий позволяет сильно не беспокоиться, что рыбка выпрыгнет. Чуть позже, кстати, я вам о нем расскажу. Ну что, друзья, вот такая вот рыба. Красивейший. Первый весенний наш с Андреем. Такой крупный карп. Первый был трешка. Этот, ну, думаю, 6 кг, наверное, точно потянет. Посмотрите, какая чешуя. Ни одной у него ранки. Красивый карп. Что ж, уже с этой рыбой можно смело сказать, что сезон 2023 можно официально считать открытым. Ну, как видите, сейчас уже ветра нет. По прогнозу ветер должен даже поменяться, немного поддувать нам спину, что, конечно, будет радовать. Сзади посадочка, думаю, чуть будет скрывать от ветра. Успокойся, успокойся. Андрюк, ты сфоткаешься с рыбой? Я понял. Сейчас я рыбку повешу обратно, потому что я вымыла до прихода судьи. Скоро уже судьи пойдут на взвешивание как раз и узнаем ее реальный вес. Так вот, можно у этого мата присесть и на табуреточку, и не вставая с табурета, взвешиваться с рыбой. Достаточно такой вот большой, глубокий, объемный мат. Ребят, рыба вот когда лежит, сейчас вот рыба лежала, ну, практически не беспокоишься, что она из него выпорхнет. Глубина порядка, когда когда измеряли новый был, еще сухой, где-то 40 сантиметров. Сейчас прям он чуть под водой, под рыбой, под немножко подрастянулся, принял свою форму, просел. Вот где-то 50-45 сантиметров глубина его. Плюс этого мата, помимо того, что он глубокий, не надо переживать, что рыба выпрыгнет. Достаточно хорошая компактность. В сложном состоянии он составляет там 1,15 м, если не ошибаюсь, 1,20 м, и это вот такая вот трубочка, то есть которую намного легче транспортировать и куда-то засунуть в машину. Как видите, вот тут вот
у меня в мате остатки насадок, на которые клюнула рыба. Ну, по насадкам мы пробежимся чуть позже. Покажу, расскажу, на что мы ловим. Ну, по дистанциям, я думаю, глупо и ни к чему рассказывать, потому что каждый, кто будет ловить и в этом секторе, он будет создавать и формировать свои точки, это раз. Ну, а во-вторых, как бы не так уж хорошо мы прям ловим, чтобы эти точки какие-то были интересные, перспективные. На сегодняшний момент, вот, ну, как бы еще не сдали мы, у нас будет 3 рыбки. Было несколько сходов, ну и, конечно, караси, куда же без них. Так вот, друзья, отвлекся. Вот этот мат, я остановился на том, что он компактный. Действительно, этот мат компактный. Плюс, посмотрите, вот насколько он высокий. Я вот без проблем, сидя на табуреточке, могу взять и взвеситься с рыбой. Не надо там становиться на коленке, хотя я по привычке так зачастую и делаю. Но, тем не менее, ну, по большому счету, много не буду расписывать. Официальная какая-то информация есть на сайте, рекомендую. Плюс еще, как заметил Андрей, остается вот тут водичка. Это драгоценная водичка. И кто-то знает этот секрет, который позволяет прибавить какие-то вам нужные граммы. Что ж, друзья, вот так день наступает. Надеюсь, более продуктивно он у нас будет. То есть, как распечатались, соответственно, сразу прям и дух, настроение поднялось. Поэтому, друзья, я покидаю вас на приготовление прикормки, потому что время уже 7 час, кормление у нас с 8 утра. Надо уже подготавливать, чтобы со старта 8 уже фу-фу-фу с помбы полетели, как скажет мой друг Генка Иванов. Только фу-фу-фу. Вот. О прикормке, о насадках чуть позже. Еще один плюс, который обнаружился при сборке лагеря. Смотрите, как удобно его сушить. Оп, вот так вот его поставил. И несмотря на то, что дует ветер, как все четенько стоит. Вот буквально 10 минут на ветерке он у меня просох. И стоит как вкопанный. Так, 11 сектор. Второй домой зачет. Все уже здесь. Да, грязюки. Также на опарыша? Да. Внимание, вес 8,060. 8,060. Шестерочка, да. Ну тоже хорошо. Не хочет успокаиваться. Пока.
засиделся. Не хочется никогда. Так, внимание, вес. 7530. 7530. Я прям вот пробовал так прям вот. Поднимал. Ну, вот в прошлый раз я прям прошел. Тут. Обидный сход. Прошло, друзья, утреннее взвешивание. Ну, хорошие рыбки так порадовали они нас. В принципе, вес довольно-таки, ну, неплохой для открытия сезона. Сдали мы, и как раз подошло время 8 часов утреннего кормления. И вот тут нам с Андреем пришлось принимать решение. Сложный, нелегкий такой выбор, но решили уйти в сторону все-таки тренировки. В принципе, ну, результат у нас такой, что догнать уже победителей вряд ли получится. Ну а так как цель нашей поездки вообще это тренировка перед Кубком губернатора, и Андрею надо максимально собрать информацию. Поэтому решили пойти ва-банк и вот остановиться на точке 105 метров корм, ну там 110-120 облавливаемые. Почему? Потому что соседи наши начали, в связи с тем, что ветер закончился, соседи начали выдвигаться дальше. И вот интересен этот вопрос, будет ли прессоваться точка 110 метров справа и слева, если соседи выдвигаются дальше. Уже как бы и те закормились. И вот сейчас у нас буквально там 15 минут назад была поклевка. К сожалению, обидный сход у нас около берега. Скорее всего, я предполагаю, что это гряда травы. И рыба упирается носом. И приходится вот на максимум ее прям форсировать. И вот в данный момент не получилось протащить. Ну, каким-то образом сошла. Каким сказать сложно. Но, тем не менее, это говорит о том, что рыба на эту точку, сотку, она приходит. Несмотря на то, что корм лежит по бокам. Не знаю, сейчас, конечно, будем смотреть в дальнейшем на динамику. Но такой, кстати, для меня тоже интересный вопрос. Как вот отразится то, что соседи слева, справа выдвинулись. Мы же остались пока на той же точке, на которой были, на которой поймали три рыбы. Друзья. Ну и по насадкам. Фаворите у нас небольшой дамбл слива. Он получается 10 на 12, наверное, по размеру. Ну, в таких вот баночках. Также, в принципе, мы пробуем, ставим и круглый баланс вадика. Но единственное, что я делаю, я его немного подрезаю. Хотя и дамблс подрезаю. И результат, в принципе, одинаковый. Конечно, тут сказать, что он какой-то шикарный, нет. Но, по крайней мере, рыба отзывается. Сделали вывод такой вот, ну, на основании этих трех рыб. И у нас вот несколько сходов. Что лучше поклевки и отзыв рыбы, когда бойл подрезан немножко. Поначалу вода была мутная, когда вчера там мы боролись с ветром и со стихией. И вот тогда было принято решение насадки очень сильно задиповывать. Конечно, не знаю, может это манечка, мнение, а может это действительность, но вода действительно была мутная. И вот мы приняли такое решение, что рыба может не видеть насадку, но реагировать именно вот на запах, на аттрактивность.
Не знаю, это ли принесло результат, или все-таки вот, ну, до корма она рыба подошла на корм. Но результат есть. Мы ушли от нуля, поймали своих рыбок и открыли сезон. Сейчас, слава богу, прям погодка шепчет, не хватает солнышка. Я, конечно, выезжал и шорты, и очки с собой взял. Думаю, буду загорать на мостке. Но не тут-то было. Стихия нас застала, но, правда, не врасплох. Что ж, друзья, сейчас по чуть-чуть, каждые там буквально час-полтора подаем понемногу корма. Ждем рыбку. День близится к своему завершению. Сейчас уже через час вечернее кормление. Днем у нас ни одной поклевки. Но в принципе, как и в соседних секторах, там лидеры так и продолжают ловить. А у нас вот тут как какая-то зона, остров невезения. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Пока по нашей тактике, что мы планировали, все-таки не удержались мы. И легким-легеньким таким сыпучим кормом дали чуть подальше. На 180 плюс. Ну почти. 180 минус. 180 минус. Когда он немного за 30, ловите. За 180 минус. Скажу так. Вообще очень полезно иногда сменить напарника по команде, половить. Ну, с человеком, который тоже давно ловит. Андрей, ты с какого года ловишь? 7 лет. Не, ну вот карфишингом уже занялся. С 14. Я тоже с детства ловлю. С 14. С 14 года ловит. Это уже сколько получается? 8 лет по соревнованиям. И как бы по соревнованиям 7. Интересно и посмотреть какие-то его даже, ну, мелочи, как говорят, карпфишинг в мелочах. Вот я даже как бы понаблюдал какие-то фрюльки, сейчас вам покажу. На Родподе такая интересная очень фрюлька, вроде бы казалось мелочь, а очень удобно. Хотя я вот, знаешь что, Андрюх, только когда жарко, в жаркое время не сохнут там стики, бойлы. Самый минус в этой штуке, да, что соперники видят насадку. Ну, если заходят в сектор. Почему? Если в бинокль смотрят. А, даже в бинокль. Ну, вот тут вот, в принципе, по большому счету, я думаю, что у единиц такие... Серега, ну, убираем, если там дождь или же жарко, жара, да, убираем. Неудобно, даже для... ты вымотал палку, повесил. Вышел 4 просто. Штуки, повесил и перезакидывай. Очень удобная фигня. Так, сейчас покажу на Родподе. Прям возьму к себе в команду обязательно на заметку. Я думаю, можно установить на любой Родпод. Ну вот на Нике вообще плюс. У него они такие, как квадратные перекладинки. Очень удобно. Так что вот так вот.
Сейчас кормим. Надеемся, что ночью будет проход. У нас, в принципе, ночью, ну, 4 рыбы. Одну мы слили на как, тут или бровку у нас, или трава, не знаю что. Но не получилось вывести. Но все равно считаю, что 4 поклевки это нормально. С учетом того, что соседние сектора сдали по одной рыбе, то я думаю, что это результат. Так, ну сейчас я вам покажу эту фрюльку. Опа, смотрите, как просто, элементарно, вообще обычные стяжечки, сделаны кверху и обрезаны. И с этой стороны. Получается, я подсмотрел и заметил, что Андрюха на эту сторону готовит поводки, которые будут под заброс, а на эту уже, который только что вымотал, повесил. Потом потихоньку с этой стороны уходит под заброс, а с этой стороны 4 штучки, и уже их на демонтаж и на сборку новых поводков. Просто и в то же время прям очень удобно. Корм в ночь подаем относительно крупную фракцию, но там еще внизу есть, надо будет перемешать более мелкий бой. Прошла, друзья, крайняя ночь. За ночь ждали мы две рыбки, но не крупные рыбки, рыбки до 4 килограмм, поэтому, ну, не стал их представлять свету. Сейчас уже вот началось утреннее кормление, поэтому так в двух словах расскажу в процессе выматывания. Опять задул ветерок. Ветер кардинально поменялся. С
сейчас дует наоборот в плотину в левый глаз. Холодно. Руки мерзнут, несмотря на то, что погода солнечная, а выматываешь, видно, вода ледяная, прям руки замерзают. Сдали мы две рыбы, в принципе, по времени рыба не совпала. Ближе к 3 часам ночи были поклевки. Две поклевки, две мы их реализовали. И потом все, тишина. Ну, как я говорил, наш эксперимент, но сами мы не выдержали. И все-таки решили сформировать точку более дальше. И вот я хочу сказать, она перекрыла все с точки, которая нам приносила рыбу. До этого больше мы за ночь рыб не увидели. То есть мы сформировали точку на 145, и вот получается все, она сотку нам отрубила. Все-таки перекрывать, несмотря на то, что большая дистанция. Ну, я так подразумеваю, это потому, что ход рыбы все-таки идет откуда-то такой фронтальный, оттуда, из-под того берега, из-под камыша. Ну, рыбки эти, я думаю, не улучшат наши позиции в турнирной таблице. Также мы идем третий снизу. Но, тем не менее, хоть открытие сезона такое плодотворное, рыбу взяли. Хотя уже у нас высокополье сейчас в группе выкладывают, ловят хороших рыб. Но так как, конечно, основной упор на этот водоем, поэтому было решено ехать сюда, а не открывать сезон просто на рыбалке. Кстати, именно здесь вот с Андреем у нас родились некоторые мысли по стратегии к чемпионату России, некоторые идеи тренерского штаба. Я думаю, если получится их реализовать, то от этого будет тоже польза. Друзья, светлый праздник, Пасха, Христос воскрес. Всех поздравляю, желаю всем здоровья, Бога любите, чтобы Бог вас любил. И все у нас получится. Продолжаем до финиша. Финиш у нас 12:30, поэтому есть время. Дай Бог, ковырнем еще пару рыбок. Вот, друзья, новиночка. Удилище Вива. Это спот, о нем мало сказано. Spectra Distance Extension. Кормлю этой палкой вот на протяжении 3 суток. И сейчас хотелось бы поделиться, потому что, ну, в том сезоне ее нам потестировать не удалось. Это вот, для меня лично это такой новый инструмент. Друзья, удилище отличное, легкое, во-первых, а во-вторых, посылистое. Я сделал там несколько видео, видов сбоку. Посмотрите, как оно гнется, как оно загружается. Вот, в принципе, сейчас я кормлю дистанцию 140 метров. Ну, прям так душевно. Я не скажу, что я там прям вкладываюсь. У меня Midi X, несмотря на то, что ветер, он такой в левый глаз, встречно-боковой. Ну, прям клипсы просто отлетают. Хват. Такой же, как и на всех рабочих удилищах. Большой хват. Ну и, соответственно, планк прогружает. Я им кормил, начинал с сотки. Соточку легко, стоячком. Ну а 145 вкладываешься. Ну, конечно, запас мощности и у меня, и у удилища еще. Ого-го.
Орловская команда собирается после соревнований домой. Мы чисто случайно подъехали к ним и просто обалдели, насколько хитрые эти ребята. Сейчас я покажу просто, это нет предела российской хитрости, а тем более орловской. Смотрите. Усиливают протектор. Щебенка, отличная краснодарская щебенка, держит любую дорогу, снег, гололедицу. Ну кто может додуматься, на суперклей и на эбоксидку смешивают и клеят щебенку для того, чтобы проехать по грязи на водоем. Ну что, победители награждены. Искренне поздравляем всех, кто победил. Наши тренировочные цели, которые мы наметили, выполнены на 100%. Первая наша цель была это уехать первыми с построения награждения, максимально быстро собрать лагерь, и нам это удалось. Что ж, друзья, до новых встреч. Рыбачим вместе.